Ребятки, дорогие, не могу не поделиться своей радостью. Вы знаете, что я собираю комиксы, кто не знает, я сообщаю. И, значит, не так давно ко мне пришел вот этот чудесный комикс, вот этот графический роман, Black Set. Это он относится к разряду БД. То есть, что такое комикс, а что такое БД? Комикс – это как бы американское название рисованных историй. А БД – это европейские комиксы. Чем они отличаются? Ну, прежде всего, это форматом. То есть, это здоровенная такая книженция. Вот. А американские комиксы обычно меньшим форматом. Потом, это более детализованный рисунок. Это более такой мрачный, нуарный сюжет. Как бы в европейских комиксах, в отличие от американских. Ну, в общем, там есть ряд отличий. Я небольшой специалист, но вот вкратце описал. В общем, вот видите, это все запаковано. Не так давно он пришел. И сейчас комиксы у меня порою лежат какое-то время в запакованном виде. Я их не распаковываю, чтобы потом с удовольствием это сделать, когда я начну читать. Ну, как сейчас, например, я его буду распаковывать. Специально, чтобы показать вам. Ну что ж, посмотрим, что там внутри. Взяли ножичек кухонный и будем вскрывать. Хотя я люблю вскрывать руками. Ну ладно, пока положим оружие в сторону. Чем сразу хочу рассказать, почему я взял этот комикс. Прежде всего, из-за его рисунка. Ну, из-за того, что здесь кошечка. Кстати, вот эта штука, она снимается. Это как бы супер обложка такая на 2/3 книжки. Так, начинаем разрывать. Еще я немножко почитал про этот комикс и узнал, что он нарисован испанскими авторами, но для французского издательства. Всего сейчас существует три части, но уже есть слухи, что еще две части нарисовали. Вот, и поэтому я буду, конечно, дожидаться всех пяти частей, но пока обещали три. И вот в этой книжке находятся две из них. А в следующем томе будет, как обещали, одна. Вот так вот они распределили, не знаю, хорошо это или плохо, по мне так лучше бы здесь было три, а вообще еще лучше все пять частей, я думаю, они влезли бы. Вот. Но и так неплохо. Так, в общем, я снимаю вот с другой стороны вот такой вот Даргаут. Бесподобная графика, лихо закрученный сюжет. В общем, здесь главный герой — это вот этот кот, не кот, это скорее пантера. Вот он. Где-то среди теней и полярная нация. Вот две части. Так, раскрываем. Сделано вот в стиле нуар, как бы, ну, близко. Что такое нуар, кто не знает, лучше почитайте в гугле. Я вам так в двух словах не объясню. Ну, это такое детективное, мрачное такое повествование. Ну, мрачное по своей атмосфере, но, в общем, в сюжете могут быть вариации. Так, вот сразу скажу, рисунок здесь, конечно, прекрасен. Посмотрите, вот это все нарисовано не на компьютере, это все нарисовано на бумаге. Нарисовано на бумаге с 2000 по 2005 годы это все рисовалось и писалось. И издавалось во Франции. В общем, этот комикс является, в общем, многократно он награждался премиями всякими, в том числе премия Айснера и всемирный конкурс комиксов в Ангулеме. Так, вот такие тут персонажи просто колоритнейшие. Вот как бы все они изображены в виде животных, но на самом деле
каждое животное является собой образ человеческий. Вот тут немецкая овчарка, какой-то ящер. Бумага не блестящая, такая матовая, но качественная. Очень приятно листается. Естественно, приятно пахнет, как любая свежая книжка. Вот в чем преимущество вот таких вот настоящих книжек перед компьютерными изданиями, то есть компьютерными комиксами, компьютерными книжками, это то, что можно пощупать, понюхать и поставить на полочку, потом подходить и этим любоваться. Ну, конечно, кто-то подумает, что я больной человек, и будет прав, в общем-то. Да, все коллекционеры больные люди. Вот. Но не представляют опасности для общества, поэтому нас не обязательно закрывать психушку. Нам достаточно просто иметь вот эти вот наши предметы коллекционирования. У кого что? Я в этой жизни много чего коллекционировал. Вот, сейчас коллекционирую комиксы. По возможности, конечно. Ну, прекрасный рисунок. Сами видите. Рисунок обалденный. Так. Вот сзади у нас тут примечание. В общем, я с удовольствием это прочитаю, вникну в сюжет. Black Set. 18+, между прочим. Так что, детишки, просьба отойти от ваших головных экранов. Ну, вот так вот. Книга, ну просто, я не знаю. Если бывает лучше, то у меня нету лучше. Но я уж опять скажу о рисунке. Он просто шикарен, просто шикарен. Это достойное, конечно, пополнение коллекции. С удовольствием возьму следующие части. Я вообще люблю, когда собрано все полностью. Вот. Не обрывочками там, а если мне что-то нравится, то чтобы оно полностью было собрано. Вот и Black Set, это конечно один из лучших вообще мировых комиксов или БД, в общем, рисованных историй. Так что вот так, спасибо за внимание.